Дил! Это просто охуенно. Всем мощного привет, уважаемые зрители, с вами Виги. Надеюсь, вы оценили вступление, я постарался. Итак, господа, вы офигенно молодцы. Вы сделали 1400 лайков буквально за несколько дней, а с комментариями пришлось повозиться одну недельку, но вы с этим хорошо справились, поэтому вот вам следующий видос. Однако, теперь я хочу, ребят, от вас 1500 лайков и 300 комментариев. И тогда мы с вами запилим очередной крутой PvP-монтажик. А что касаемо сегодняшнего видео, то вас ждет весьма очень хитрожопый паладин с офигенной тактикой, стример Рейвис на Фури Войне и еще парочку интересных персонажей. Погнали! Итак, ребята, два воина. У одного 416 тысяч хп, у другого 483 тысячи хп. И судя по его бафу, у него еще есть топор с героика на АУЕ дэмэдж. Очень хороший. Начинается файт, Фури воин сразу получает на В, на W дизаром, плюс сразу кидает тебе азеритовое исцеление, чтобы поднять себе лицо, но у него это не очень хорошо получается. Судя по его одежде, он одет, не знаю, что ли, так себе. 33% хп остается у Бурехмеля. Он отдает исцеление, он отдает... Он только что получил эфир, и он очень плохо. Он очень максимально плохо только что использовал свои способности на исцеление, на самом деле. Он попытался сделать чардж, но в это время получил эфир и не успел сделать чардж. Из-за этого он очень плохо выхилился. У него остается 8% хп, экзекут фаза, вихрь! Ну кто ж делает вихрь-то, покину тело? Хотя это моя стандартная ротация, но... Воин победил, ребята. Вы прикиньте, более слабый воин победил более жирного. Вот так-то. Чернокнижник, хоть и в принципе я видал его в бою, но он очень слабо одетый. Для чернокнижника 445 тысяч хп это ничто. Так, начинается файт, внезапно начинается с Эверхауса сразу кик. Хотя я бы рефлектнул, наверное, ну ладно, это воин. Получает фир, выходит из фира, рефлектит, по-моему, хб, но нет, не рефлектнул, залетел все-таки хб, ребята, отнял 20% хп. Небольшой фир, тригует фир, взлетает еще один хб или отмена была, я не заметил, очень хорошо прыгают. Взлетает стан от элементаля, плюс койл, плюс хб залетает, и воин выхиливается при помощи чаржа. Кстати, у вара, я вижу, есть гитику, походу тут все вары с гитику, один я бомж ебучий. Там рефлект, плюс стан залетает, стан это не, это сейчас касается способности, чтобы их нельзя было кикнуть. Два стана, плюс хб, и воин, который по сути слабее одет, чем чернокнижник, к сожалению, проигрывает. Ё-моё, вот это! И у него, в принципе, остается 100% хп. Ну, братан, успехов тебе, всего тебе самого хорошего. Причем он, походу, как Арам с воин сейчас будет сражаться. А, кстати, он довольно слабо одет, вы знаете, у него есть все шансы. Вот наш гильнарщик, у него всего лишь 342 тысячи хп, на самом деле, если Дима сейчас пекнется фури воина, он, блядь, как нехуй делать, просто переедет его. Дима, как мужик, Арам с воином сейчас будет сражаться, ребята, обратите свое внимание. У него недавно вышел гайд, как ваншотать за фури, за Арам с воина. За два удара он уже оставляет охотнику на демонов 50% хп, зачем-то включает рефлект, дальше включает клинки, охотник на демонов взлетел, вот сейчас тебе нужен был рефлект. Он отдает героический прыжок, плюс клинки, плюс чарж, урон на крутогоре, чтобы максимально отойти от охотника на демонов, для того, чтобы не получить койлы. У него взято второе дыхание, он поднимает себе 100% хп, аж ты хитрожопый воин. Делает чарж, ДХ отдает стан, 26% хп, плюс стан. В ответ экзекут, тринкует удар, что он борта получается Таурена, и два экзекута, и ДХ побеждается при помощи Арамс воина. Так, выходит Зихан, 462 тысячи хп, давай мы тебя запомним. Ребят, а почему у всех бладельфов максимальный сексуальный трансморг? Все, начинается файт. Начинается у нас файт, лишних бафов нету, стан на стан, паладин на паладина, но один одет намного лучше, чем другой, отдаются фулы. Дается стан, тринкуется стан, ну в принципе одинаково ротается, типа стан на стан, тринка на тринку, фулы на фулы, защита королей. На защиту королей, кстати, бы очень хорошо зашла. Паладин, а ты включишь защиту королей? Да, он включил защиту королей на защиту королей, и бабл, и тролльская регенерация, бля. Пиздец, вот это имбоспособность на самом деле у троллей. Для паладина, я считаю, ребята, вот паладин и тролли за счет этого очень хороши. Но заметьте то, что в это время паладин не растерялся. Он не отдавал тоже бабл, он ничего не делал, в принципе, зачем?
Он в это время сам стоял, всю свою ману отдавал на исцеление. То есть у него все еще есть бабл. И вот в этот момент он пользуется баблом, пытается догнать паладина. У паладина там еще пока что КД. Я бы на самом деле сейчас не догонял бы паладина, а пытался бы выхилиться. Мне там кто-то название царя не могу поднять. И паладин все-таки, не знаю, то ли при помощи своей жирности, то ли все-таки при помощи того, что он использовал бабл и регенерацию, восполнил себе фул хп, затащил. Так, ну что ж, Лехаго начинает сражаться против Джеки. Давайте посмотрим, кто кого. Джеки отдает зеленку. Кстати, у меня почему-то Лехаго. Можно тебя в пати взять? А, спасибо огромное. Так, хорошо. На нем, конечно, видно АП, но это не страшно. Овечка тренкуется, кикается, пиробраз. Это, кстати, очень болезнь. Большая ДК, потому что у ДК много ХП, а маг убивает именно процентным соотношением ХП при помощи большого пиробраста. Сейчас ДК начинает использовать свою югачи ротацию. На нем, кстати, уже там Малик висит на Джеке. Он использует Icebound, уменьшает входящий дэмэдж там, по-моему, на 20 или 30%, я могу ошибаться. Маг пока что пытается откатиться, но по нему в таком нереальном количестве пока что залетается все. Он на 10% ХП успевает отдать заморозку. Выходит пуш, у него включается поджигание. Он на последнем ХП с дыхания кидает в него. Ай-яй-яй-яй-яй, ты смотри, что творит маг. Ты смотри, он на последнем дыхании успевает закинуть ДК. Получается, большой пилобраз ДК использует сделку со смертью. И прямо сейчас на нем, ребята, висит, вы не поверите, получается, некрота. Она только что закончилась, он отдал зеленку, зеленка закончилась. У мага остается 29% хп, у мага, у ДК остается 9. Сможет ли маг его уделать? На самом деле, у него есть шанс, и он это делает. Под самый конец он успел закастовать круг мира, заморозку. Туда зашли все, включая ДК, и получили заморозку. Он отошел чуть подальше, начал кастовать пиробраз в ДК. Пуруш выходит из заморозки, убивает мага. Но у мага есть второе дыхание. Он заново перерождается. В это время ему надо было срочно глыбить, но он, как мужик последний, отдает в него пиробраз, плюс еще пиробраз. У ДК остается лоу хп, и в это время маг уже как раз дает глыбу. А в это время ДК дает сделку со смертью, но не может выхилиться, потому что некрота и маг в глыбе. И все, и все, и все. Единственный вариант, чтобы ДК подхилился, для этого нужно было дамажить мага. Ну, маг, вы сами прекрасно понимаете. Блинк, 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 заморозка, заморозка, заморозка. ДК не выхиливается, и маг побеждает. Так, ну что, начинается файт. На самом деле у Димы высокий шанс, у него есть довольно большой опыт, очень хорошо делает чернокнижник. Дима, получается, отдал только что чардж и героический прыжок для того, чтобы догнать чернокнижника, а он всего лишь заюзал телепорт. Так, там сковывание, плюс ХБ, плюс стан, плюс ХБ. Скорее всего, будет потом фир. Фир у Димы сразу имут, получается, к фиру. Либо он кикнул, либо он включил берсу, он включил берсу. У чернокнижника заканчиваются фулы, койл, рефлект. Я не заметил, он зашел, не зашел. Походу, зашел все-таки в Диму, ни рефлект не сработал. Все еще у чернокнижника несбиваемый хаусборд 1, несбиваемый хаусборд 2, несбиваемый фир 3. Дима бегает в фире, выходит при помощи фира ХБ 4. Лок пока что очень сильно живет. У Димы остается 34% ХП, плюс еще не ХБ. Сон! Ай-яй-яй! Он не смог ему дать кик, блять, ебаный. Ай-яй-яй, как же Сон сейчас вовремя зашел в Рейвиса. Ой, как неприятно. Он делает чарс, поднимает себе лицо. У него ХП, ХП сейчас закончится, дает стан, пока что пытается выжить. Дает вихрь, настакивает стаки, настакивает силу. По КД прожимает кровожадность, на него также висит два стака размашистых ударов. Койл, ХБ, скорее всего будет потом стан, 19% ХП остается у Димы. Рефлект, отмена стана, скорее всего ждет ХБ, закидывает ХБ. Будет ли кик, нету кика, заходит ХБ, 23% ХП остается у Димы. Но он все еще туннелит, он туннелит, пытается выжить. 23% хп остается у ума, нет, уже 25, сон. Так, сон, так, тихо, 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 кастует хб. Отлично, так, 18% хп остается у накрополяк, вдвоем накрополяк, 5% хп у Лока, 18 у Димки. Пытается что-то сделать, стан, фир, с фиром сбивает стан. Пытается заказать еще один стан, кик, каст на стан, оглушение, вихрь победный и 3% хп, 2, 1, да. Он его даже убил, получается. Или еще тип-бэк сделал. А дальше наступает очень переломный момент, когда у воина мало хп, он включает исцеление, паладин в это время включает боб. И все, 10 секунд невосприимчивости к исцелению внезапно становится у Варыча. Потому что он хилится за счет кровожадности, это физическая способность, а боб она не пробивает. И все, и пассатит охуец, как говорится, воин. Так, ладно, пока что вижу очень неплохой туннелик Антвара. Паладин теперь начинает его катить. 41% у него. У него там накидывают всякие молоты, всякую каку. У него там воин пока что понакидал. Молот пока что делает свое дело. Иногда критует, довольно больно бьет. Паладин, кстати, очень прикольно играет. Он кайтит воина, а не наоборот. И
Таким образом, не знаю, пытается что ли как-то фулы его пережить, откатить его, вытащить эти всякие способности, напоминает очень сильно друида или разбойника, игру либо нахас, даже скорее. Так, воин делает чарши, дает стан. А зачем-то опять отошел? Не знаю зачем. Так, хорошо, у паладина остается 34% хп. Все, еще пока что Вега не отдал исцеление. Включает фулы, один удар, у Веги остается 12% хп, вешается сейф Тринка. Я понял тактику. Я понял тактику паладина. Иногда можно сыграть даже без бабла. Вы поняли, что произошло? Паладин кайтил долгое время Вара. Воин тринканул в итоге какую-то каку. И в ответственный момент, когда у Вара осталось мало хп, паладин такой... Сюда, блять. 6-секундное оглушение от стана, ну там орк там чуть поменьше, там 5-секундное или 4 даже. Включает фулы. Бедный дядя воин уже ничего сделать не может, ни дизарма ничего нет. Включает, я, кстати, заметил, он включил безудержное восстановление, чтобы меньше дэмэджа получить. Но это паладин, это его фулы, ребята, там ебейший просто дэмэдж. Выходит так, что он проигрывает. Ну, это хорошо, вон он стоит рядом, жопу чешет. Я думаю, скоро будет, ребят, какой-то файт у него хороший. А кто у него, по сути, остался? У него остался маг, разбойник, паладин. То есть, если он выйдет на Зекхана, это не очень. Если он выйдет на мага, ну, это 50 на 50, на самом деле. Там как воин может въебать, так и маг может въебать Вара. Вот. А вот если он выйдет на разбойника, ну, с тем учетом, что это рога дошел почти до финала, блядь, там разбойник очень неприятный будет, на самом деле. Кстати, тем не менее, я вижу метку смерти, плюс будет земля огонь на Варе, сейчас у него хп бомбанет. Бабах! 50% хп у него осталось. Понимаю, ребят, понимаю. Тем не менее, у монаха тоже 50% хп. И на самом деле, я бы покайтил. Кстати, залетает Малик Вара, а в это время монах включает защиту от магии. И включает кулаки. Тактика, которую я еще никогда не видел, но походу она работает. Прямо сейчас Фир отдается в карму. И плюс буля, земля, огонь. Так, все, она вышла полностью вся из фира. Ну и в это время уже исчезла. Блин, что у них там за зелитовые стаки какие-то вылетают? У Вара остается 22% хп. Он не сделал чардж. Скорее всего, вот сейчас будет делать. Да, делает, поднимает себе. Ай-яй-яй-яй! Ай, блять, как Монакс минусанул, видали? Ё-мо, это кажется будет сейчас фанальная ошибка для воина, ребята. У него остается 7% хп. Если кто не понял, я сейчас расскажу, что сейчас было. Что сделал Монах. Ебать. Воин делает чардж. После этого следующего комбинации, вот при помощи вот этого таланта, заставляет его сделать кровожадность. И таким образом он хилит себе около 13-20% хп. Монах в это время делает кулаки. И все, что перед монахом стоит в это время, иммунится. И он просто включает кулаки, воин делает его чардж, включает кровожадность, мисклик, воин бубу. Вот и все. Ребята, почему никто никогда не читает описание разбойника? Как бы крыса, разбойник, это как бы одно и то же. Ну да ладно. Смотрите, как играет паладин лучше. Он вытаскивает всю мобильность, все способности из воина. Хотя должно быть наоборот, воин должен вытаскивать все способности из паладина. Ебать, нахуй, что это за греческий прыжок? Гик-кик в каст, так, неплохо. Включает фулы. А вот сейчас воин пытается закайтить паладина. Так, у паладина это были микрофулы. Он надал мили-крылья для того, чтобы развести Диму на фир. Ни хрена себе паладин там... Тоже, походу, как Дима включил немного. Так, ладно, тем не менее, Дима делает чардж, поднимает себе лицо, дает стан, включает тринку. Минус 100 тысяч хп у паладина, это, блядь, больно. Хорошо. Так, там пока что 5-секундное оглушение. Паладин включает настоящие крылья, минус 20% хп, минус еще 20. Остается 10% хп, включается бабл. Дима никак не может выхилиться, включает на себя исцеление хп, включает на себя двойное зритовое исцеление. Не может ничего с этим сделать, делает греческий прыжок, хп сейчас закончится, делает чардж, поднимает себе лицо. У него остается 13% хп, один победный... А, бля. Ну, это... Да. Это, ребята, паладины. Это паладины. Делайте ставки, господа. Мне тоже интересно. Весьма очень умный паладин против хорошего монаха, который уже побеждал у нас на турике. Неоднократно, скажем так. И в том году он побеждал, и на арене 5 на 5 он побеждал. Так что, да, монах у нас такой, прям, знаете, заебись, киберкотлета. Так, тем не менее, паладин пока что без крылья включил защиту королей, и она уже закончилась, нихуя себе. Это там такой лютый дэмэдж сейчас по паладину залетел, или что это сейчас было? Паладин при помощи фридовы начинает катить монаха, да, я знаю, что там у него есть хорошее замедление. По нему, кстати, стан. По нему будет земля огонь, но все еще без метки. Включается сейф Тринка. Паладин за все это время не включал ни короткие крылья, ни большие крылья, что очень странно.
Ему кикают при помощи игл исцеления. У него еще есть бабл и тролльская регенерация. Помним об этом. То, что этому паладину не надо особо за хп следить. Всегда можно включить бабл и тролльскую регенерацию. Просто помним об этом. Так, тем не менее, монах начинает немножко наседать на паладина. Паладин включает крылья, но, к сожалению, там неистовые кулаки. Это не очень хорошая способность для паладина. Он не пробивает ее тоже. Что, кстати, прикольно. Хотя это заклинание. Так, я вообще даже не знаю, что именно может пробить. Ну, каст какой-то, походу. Так, тем не менее, очень больно становится дракондогу. Он начинает поигрывать по паладину. Ну, мне кажется, знаете, как сейчас будет? Сейчас просто будет баба, тройская регенерация. В это время монах делает телепорт. Тоже пытается поднять себе лицо. Кстати, паладин добил 9% хп. Он все еще не отдает бабл. То есть паладин прям до последнего просто без бабла, ребят, сражается. Иглы. У паладина, кстати, за счет маны исцеление лучше. Но у паладина мана кончается, у монаха энергия не кончается. То есть монах себя может выхилить по времени больше и на фулл хп. В то время как паладин не может себе выхилить на фулл хп. Но он за короткий период времени поднимет себе намного больше. Намного больше. Это, кстати, полный фулл вы включает от паладина. Там то ли метка была, я не знаю, почему паладин внезапно так включил крылья. Но он очень-очень сейчас поступил. Не то чтобы глупо, внезапно, я бы сказал. Тупо внезапно, он просто внезапно включает боб и крылья. Но у монаха мобильность, как говорится, в 50 раз пизже, чем у паладина. Хотя он может замедлить палыча. Точнее, монаха. Так, метка, вот прямо сейчас метка на паладине, только без бури. Но монах пытается очень больно в нее сыграть. И паладин включает на себя защиту королей. А это значит, что это карма. Да, карма взрывается, карма в ответ входит в монаха. И у монаха, кстати, она уже закончилась. А, то есть он, получается, играет с рынком в пусте, у него половинчатая карма, и она уже вся проебалась. Прикиньте, насколько большой демо сейчас выдал паладин. То есть он половину хп монаха сейчас в него влил за несколько секунд. Это фуловый стан, 6% хп, 18. Ууу, и паладин побеждает. Опа. А вот это уже становится интересно, жестко пиздец. Вот такой вот хитрожопый паладин у нас сегодня с вами появился. Очень грамотно, ребята, он сыграл. То есть не при помощи какого-то банального дэмэджа, исцеления. Нет, он реально кайтил, бегал, хилился, вытаскивал полезные сейвы у противников. А когда у них уже ничего не оставалось, он их побеждал. Но это, к слову, еще не все. Ведь за альянс победителем был друид Леха MVP. И он пришел сразиться с этим паладином. А потом еще пришла чертокнижница Наумова. Погнали. Итак, ребята, 462 тысячи хп у паладина против 428 хп у друида. Пока что паладин очень больно, с тем учетом, что друид из него вытянул уже почти все фулы. У него даже включилась сейф тринка. Кстати, паладин играет сейчас шипы. У Зикана остается 19% хп, включает защиту королей. Возможно, он ждет, когда друид немножко в нее поиграет, чтобы потом включить крылья. Так, друид подходит ближе, защита королей взрывает, друид его лосает, делает оглушение. У него остается 19% хп, помню то, что у паладина есть бабл и тройская регенерация, вот прямо сейчас она включается, восстанавливает себе фулл хп. Ну, в принципе, друид отдал кое-какие способности, я скажу, на фуллы и на все остальное. В это время паладин отдал только бабл и защиту королей. Он даже, по сути, еще фуллы не отдавал, ни маленькие, ни большие. Вот мне нравится игра паладина тем, что он вытаскивает из противника все фулы, и может быть это ему сыграется. Опять друид вешает на себе шипы, паладин не хочет особо по ним играть, отходит. Включает крылья, начинает больно дамажить, у Лехи уже 60, 40, 37, 28, очень больно. Лехи включает медведя, поднимает себе лицо, 77% хп поднимает. У Зикана остается 45. Ля, ебать там дэмэдж, конечно, у паладина был. Просто чуть не переехал Леху за стан. Так, Зикан немножко кайтит под фридомом, отдает замедление в кота, немножко бесполезно, дабы это все-таки кот, там просто решив, там все снимается, включает спринты, включает бог на себя паладин, кстати, он не хилится, у него мана есть, ты бы мог похилиться, а я понимаю почему, потому что у Лехи 31% хп остается, Зикан пытается удогнать. Бля, Леха нашел, конечно, колонну, сука, где покайтить, пиздец вообще, уходит в инвиз, наверное, если бы не колонна, то паладин бы его уделал. Это как бы взгляд на будущее. Но у них дуэль, если что. Поэтому они тоже далеко убегать не могут. Отдается стан по паладину. Паладин отдает тринку. Начинает играть друида. Друид тоже натринкует. Они вдвоем отдали тринку. Но паладин играет шипы. Это очень неприятно, на самом деле. У паладина фулы. Защиту бы королей сюда. Эх, и проигрывает, ребят. И проигрывает. Вот мне почему-то кажется, если бы не вот эта большая колонна, то эти жаркие 20% хп, что остались у друида, он бы добил. Так, ну, у нее немножко хп больше, чем у друида, это как бы внутренний баф, это нормально.
Наумова у нас в разрушении, против нее кошка Леха МВП в коте. Как бы странно звучит, но я хотел бы просто рассказать спеки для особо одаренных. Так, начинается опен. У Наумовой 500 тысяч хп под хп, кстати говоря. Потому что, оказывается, в PvP с выключенным не работает этот баф, это я забыл совсем. Так, вижу оглушение по коту, еще одно оглушение коту, плюс фир, плюс еще хб. Такое чувство, что кот то ли меркнул, то ли еще что-то сделал, хотя у него осталось 67% хп, плюс фир, плюс еще одно хб. Кот входит в медведя, включает сейв, у него внезапно становится почти 1 000 000 хп. Он переходит опять назад в кота, у него становится 540 тысяч хп, хп потихонечку падает. Оглушение, плюс хб, плюс фир. Кошка пока что немножко бегает, но она потихонечку теряет свое хп, ребят. Ну, там еще как бы куэры, камушки там, плюс вот телепортация, да, там есть чем пожить на самом деле. Еще одна залетает хб в кота, у кота остается 65% хп, Наума пытается что-то сделать, отдает койл, 80% хп, залетает хбшка, раз, жертвенный огонь, у кота остается 55% хп, помним, у него еще вроде какой-то сейф там должен быть. Так, еще одно оглушение, кот подходит, больно отдает оглушение на 2 секунды, не особо не понимаю, что тут происходит, смотрю просто сюда на бафы. Так, 43% хп у Наумы, даже 35%, пытается закастовать фир. Да, успел закрывать фир, отсос хп, 13%, опять отсос хп. Опять фир пытается поднять себе хп, но Лехи, тем не менее, 60% хп, хб, оглушение, кик-каст, и Леха побеждает. Ну, ребят, ну, серьезно, это даже без гейса, даже без каких-то там кайта колонн, друиды, можно сказать, официально очень сильный класс для дуэлей. Хотя, в предыдущем турнике ДК Фрост победил кота вот этого. Это так, на будущее. Ну что я могу сказать? Если вы хотите побеждать в туриках, 1 на 1, в дуэлях, на аренах 5 на 5, качайте кошку и будете это делать. Ну а на сегодня все, ребят. Спасибо за ваши мощные лайки, подписочку на канал. До 50 тысяч осталось совсем чуть-чуть и побольше всяких комментариев. Все, ребята, с вами был ваш Виге. Всем пока.